27-летний каспичанин, боксер, призер России, чемпион из КФО и Дагестана Омар Айдемиров стал обладателем пояса бойцовской лиги «Наше дело». Он сразился с принципиальным для него противником – татарином Дамиром Шарафутдиновым, с которым ранее уже проводил поединок. Это была бойцовская лига «Наше дело». Это был такой важный бой для меня. Это был реванш. В первом бою я уступил в таком равном бою. Второй бой – это был такой очень важный бой, потому что мне нужно было забрать реванш, и это еще был и бой за пояс. Поэтому получилось так, как получилось. Как рассказывает спортсмен, победа в данном бою была для него крайне важна, поэтому он готовился к ней ежедневно, практически без выходных. Да, готовился, честно говоря, месяца 2-3 я готовился, потому что переносили бой. Сначала говорили там октябрь, потом декабрь, потом и в итоге ноябрь, короче, бой состоялся. Готовились все это время, готовились, тяжело готовился, и это принесло свои плоды. Стоит подчеркнуть, что Омар занимается спортом около 15 лет, с того самого дня, когда отец впервые его отправил на тренировки. Первые спарринги и бои боксера прошли в тренировочном зале Дворца культуры Каспийска под предводительством тренера Атава Мамаева, который внес весомый вклад в развитие его спортивной карьеры. Омар рассказывает, что несмотря на успехи и некоторые достижения, порой у спортсмена опускались руки. Честно, не сразу получалось, как-то даже несколько раз я оставлял уже это дело, уже опускал руки несколько раз, но в итоге, когда уже повзрослел, уже я понял, что уже назад шага нет. Семья, близкие, друзья постоянно, которые со мной рядом, постоянно, которые летят со мной на бой, моя команда всегда рядом. Они самые близкие люди всегда рядом. Сейчас Омар Айдемиров активно готовится к защите пояса бойцовской лиги «Наше дело». В скором времени станет известно имя бойца, который будет соревноваться с каспичанином за право обладать данным поясом.